Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за игрока FIFA 14. В прошлом матче у нас было очень много растяжений, и сейчас я не знаю, готовы ли мы выйти на поле, посмотрим. Да, мы в стартовом составе, и мы играем против... Не знаю, что это за команда. Скундхорп. Юнайтед. Не знаю. Напишите, друзья, я особо в этих командах низшего дивизиона английской премьер-лиги, английской лиги, не разбираюсь, так что уж не судите строго. Так. Хоп, удар головой. Забили. Попробуем еще разок. Еще раз забили, но... О, чиркнул. Блин, а как сделать так, чтобы он ударил повыше? Ага, вот это парашютик, понятно. Тут мы не дотянулись. Есть, в девятку. А, вот тут чуть-чуть не попал. Но зато мы набрали. О, там еще скакнуло. Чуть-чуть не хватило до нового рекорда, но... Поехали, друзья. Поехали. Мы в стартовом составе, и надо забивать голы уже. Надо уже забивать голы. Неточный пас. Эх, вот тут может быть опасно, если догонит игрок. Нет, он не успевает к мячу, и будет наш аут. Рекламные щитки Ютуба. Как видите, на краях поля. Давай, засылай. Неточный пас, но мы поборемся. Эх. А вот еще, ребят, побороться, ну. И в прессинг на вратаря пошли. Эх, не получилось. Соперник с мячом. Бартон. Немного передерживают наши партнеры по команде. Хорошая подача, но вратарь забирает мяч в руки. Там, в принципе, ничего не оставалось, как только навешивать. И еще одна подача в штрафную, но мяч не доходит. Попробуем побороться за этот мяч. Нет, не получается. Тяжеловато комментировать, когда я особо не знаю команд, игроков. Но давайте хотя бы наших Беркам с мячом. Эртл. Ферри. Хороший пас. Мы отыгрываем на Беркампа, но потеря. Мы поборолись до последнего. Пока что мы держим в напряжении соперника, но вот сейчас может быть опасно. Нет, 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 нет. Мы до последнего поборолись.
Эх, упускаем мяч. Упускаем мяч. И вот сейчас может быть опасная контратака. Не получается у соперника ничего противопоставить пока что. Мы прессингуем. А вот здесь открытое пространство. Сейчас что-то будет, друзья. Скорее всего, навес. Разыгрывают футболисты. Подача, удар по воротам. И смотрите, как опасно. Вратарь, мне кажется, потерял немного ворота. Посмотрим повтор. Подача. Тихий-тихий удар. И либо голкипер был на 100% уверен, что мяч летит мимо, либо просто повезло нам. Хороший заброс. Ну. И что, нет штрафного удара? Да, судья, ты красавчик. Эх, куда ж ты? Надо было мне на ход давать. Хорошая бы стенка такая из трех игроков бы получилась. А вот это выход 1-1. Но нет. Защита успевает. Разряжают обстановку. Соперник с мячом. Нам бы сейчас хороший пас. И здесь офсайд. Не на того, конечно, партнера по команде я хотел навесить. Но что получилось, то получилось. 45-я минута встречи. Уже так быстро прошел этот первый тайм. И судья свистит. Первый тайм по нулям. Посмотрим. Замена. Коллинз выходит на поле. Это у соперников. Ну а мы больше ориентированы на защиту. Эх, вот тут бы кто помог. И штрафной удар, так с мячом же остались. Они. Но этот мяч будет добычей нашего вратаря, который будет выносить его от своей линии вратарской в поле сильным ударом. Давайте, ребят, прессинг. Хорошо бы было, если бы мы смогли отнять. Ах, проскочил. Давайте, прессинг, друзья, давайте. Вдвоем на него. Эх, не получилось. Не получилось, не прошло. И аут в пользу соперника, показывает судья. Замена у нас. Холмс выходит вместо Бергкампа. Ну вот, хорошо, мы так на ход прокинули. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Ни в какую у нас пока не получается. Нападать-то будем, ребят. Вот.
Эх, на финте. Штрафную навешивай. И будет угловой. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. И что? Показывает удар от ворот. Да, мне казалось, что мяч уж уходил от соперника. Но судья решил иначе. Ну, этот удар вообще на удачу просто. Я не знаю, такое ощущение, что... Лишь бы время потянуть. Да, тяжеловато нам пока приходится. Это вам не просто FIFA карьера. Это карьера из-за игрока, где за основную команду играет компьютер. Ну вот, мы на фланге. Подача. Удар головой. Нет. Не прошло. И здесь тоже что-то намудрила наша полузащита, атака соперника. Но вот здесь хотя бы отработали. Молодцы. Отнять, отнять, ребят. И мяч попадает в перекладину. Вот так вот. Интересный момент. Эртел уходит, что ли? Да, подавание выходит на поле. Последний 10-минутка осталось в этом матче. Удар по воротам, рикошет. И вратарь забирает мяч в руки. Сильный вынос мяча. Эх, не прошло. Ну вот, хороший момент. Удар, и мы не попадаем по воротам. Момент был. Но там уже вперед продвигаться было опасно, потому что защитник уже висел на плечах у нас, и тяжеловато пришлось. Будет угловой? Да, угловой. Это хороший шанс. Удар по воротам. Еще один удар. Вратарь накрывает. Мяч руками, забирает в руки. Сейчас будет сильный удар от ворот. И все, финальный свисток. Очередная ничья. Я думаю, мы сегодня сыграем два матча, друзья. Поэтому усаживайтесь поудобней. Конец трансферного окна. Угу. Последние 10 часов. Смотрим, у кого-то какие были покупки. Можно как-нибудь эти времечко это побыстрее потрачено? Смотрите-ка, произошла какая-то покупка. Последние 5 часов уже потрачено 34 миллиона. Евро. 54,5 миллиона евро. 130, почти 138 миллионов евро. 150,5, 58,5
Последний час. Трансферное окно закрыто, друзья. Хорошо. Портсмут ликует, клуб присоединился, Дональд. Так. Мы должны набирать очки. Мой футболист. Уоллес возвращается. Хорошо. Так, давайте. У нас очередной матч. Домашний матч против Экрингтон. Мы выходим в основном составе. Дождь. Будет дождь. Опять перекладина. Почему-то чаще всего я попадаю в перекладину. Ой-ой-ой. Опять перекладина. Да. Тут вообще я в ворота закинул. Ладно, начинаем, друзья. Видимо, тренировки это не мой конек. И погнали. Обыгрываем двоих. Сильный вынос мяча. И что, штрафной удар. Это будет интересно. Удар по воротам, но слишком высоко. Такого скилла у нас еще нет, чтобы мы забивали со штрафных. Да и особо со штрафных я забивать не умею. Но мы начали этот матч атакой. Это хорошо. Ох, какой момент. Блин, не получилось. Хотел я прострелить на дальний фланг. Эх, куда ж ты, друг? Подача. Удар. И выше ворот. Будет угловой. Хорошо я так открывался. Давай-ка в центр. Друг, ты что ж творишь-то? Удар по воротам, рикошет. И еще один угловой. Крутили мы левой ногой в дальний угол, но попали в футболиста. Удар опасно. Смотрите-ка как. Не попали в угол. 17-я минута встречи, счет 0-0, но мы в атаке. Что ж ты такой пас-то? Корявый. Подавание. Эх, если бы он закинул. Не получается у нас. Вот это
сильный заброс вперед. Будет аут. Быстрее, быстрее вбрасывай. Давай вот сюда. Ну куда ж ты? И это вообще непонятно что. Ух, как в подкате это жестоко так. Пока что мы с мячом. Удар. Не получился удар. Надо отнять, отнять мяч. Ох, какой заброс. Но здесь офсайд, смотрите-ка. Ох, как хорошо-то было, а. Офсайд. Нет, нет офсайда. Но почему-то наш партнер по команде затянул с этой передачей, с ударом. Будет штрафной удар. Почему они мне не навешивают? Вот мне непонятно. И первый тайм, друзья, подошел к концу. В принципе, мы его провели в атаках, но забить так и не смогли. Продолжаем. Эртл вместо подавания. Наши партнеры по команде пытаются навязать борьбу за мяч. Ну вот. Подача. Забивай. Эх, что ж ты творишь, друг? Я выдал тебе такую передачу, просто изюминка. Повторим. Нет, он вообще умеет забивать или нет? Давайте еще разок, ребят. Зачем бить сразу? Я понять не могу, то он что, пройти не мог. Замена в обоих командах. 61-я минута встречи. Вы посмотрите, вот просто мы выдали две передачи с навеса. Они играют назад.
Еще одну шикарнейшую передачу. Ну вот здесь, конечно, мы сплоховали. Перехват, ребят, перехват. Не прошел тот пас до нас. Я уже как стихами заговариваю. Давайте, ребят, давайте, ну. Подача. Вынос, вынос, вынос. Чуть-чуть не дошла передача. Снова в центр. Удар поворотом. Ух. Хорошо приложились. Посмотрим повтор. Нам никто не мешал и пульнули. Вратарь был на месте. Замена. Ох, еще один опасный момент. Под перекладину мяч летел. А штрафной никто не хочет отнимать мяч. А вот здесь судья свистнул, потому что мы нарушили в атаке эту эту. Отняли мяч. Но мы продолжаем бороться. Ну вот здесь-то нас толкали. Сильный вынос мяча. Здесь голкипер должен уже. Ну и вот наш последний шанс. Подача. Удар головой, мяч в руках голкипера. Хорошая была атака. Давайте. И все, друзья, финальный свисток. Вот так вот эта серия у нас получилась с двумя ничейными результатами. Тяжеловато, я скажу, тяжеловато даже на профессионале как-то вот пока на таких скиллах забивать, тем более... что не все зависит здесь от нас, потому что 10 человек из команды, за них играет компьютер, и будем пробовать. Я первый раз, честно скажу, играю карьеру за игрока, так что не судите строго. Подписывайтесь, друзья, на канал, комментируйте, ставьте лайки. Ну а с вами был Локи, увидимся в следующих сериях. Пока-пока.